Экологическая катастрофа под Саратовом. На границе Волжского и Саратовского районов произошел разлив нефти. Масляное пятно на реке Гуселка обнаружили местные жители. Они и сообщили о ЧП. На место происшествия оперативно выехали спецслужбы. По информации специалистов, произошел прорыв трубы, по которой шло топливо. В воду попали нефтепродукты массой более 600 килограммов. Чтобы не допустить дальнейшего разлива нефти и попадания ее в Волгу, сотрудники выставили на Гуселке специальное ограждение. На сегодняшний момент уже работают скиннеры, это водные пылесосы, и обрабатывается все сорбирующим материалом. Обрабатывают сорбирующим материалом как водный объект, так и прилегающая территория, именно до реза воды. Все это будет убираться, то есть сорбент сбирается в воду, эту нефтяную эмульсию,